Меня зовут Лера. Это мой сынок Андрюша. Ему сколько лет? 5,5. Ему 5,5 лет. Скоро будет 6. Юлия Владимировна нам помогла, что 6 лет у меня растет такой дружок. Компаньон во всех моих начинаниях и вообще смысл всего, что сейчас происходит. Первые мысли о том, что вот хотелось бы ребенка, появились тогда, когда дети начали появляться у близких подружек. И у всех были дети, и с ними все равно проводил время, и хотелось уже в любом случае этого ребенка себе, чтобы уже, ну, как-то была полноценная семья. Нужно убрать все свои предрассудки какие-то, заканчивать просто тратить попусту время. Репродуктивный возраст женщины, он же тоже не безграничен. Поэтому ждать, верить в непонятные истории, ходить куда-то, что-то пить, какие-то целебные травы, оно, может быть, конечно, и помогает, но не очень. Я могу сказать по себе и по опыту своих знакомых, что есть действительно действенная процедура, которая гарантирует результат. Бояться тут ничего не стоит, у тебя нет ни последствий каких-то там, люди боятся. Ну, у людей очень много предрассудков, что одни боятся каких-то гормональных сбоев, другие боятся болезней, третьи боятся за здоровье ребенка. Я на своем примере могу показать, что как бы я здорова, ребенок мой нормальный, абсолютно нормально выношенный, с легкой беременностью, с абсолютно нормальными здоровыми родами, абсолютно развивающийся в соответствии со своим возрастом и ничем не отличающийся от детей, которые родились естественным путем. Что, ну, женщина должна осознать, что это ее шанс. Быстрый шанс. Можно ждать много-много лет и не прийти к этому результату. А можно, не теряя ничего, кроме своих предрассудков, стать абсолютно счастливой, состоявшейся матерью своего ребенка. У нас на самом деле с Андрюшей была очень, ну, сложная ситуация, что у меня были задействованы и генетики, и репродуктологи, то есть была программа самая большая, ИКСИ. Но меня никто не напугал, меня никто не сказал, что это что-то вот прям страшно. Вот это был как типа нормальный процесс, мы просто беременеем вот таким образом. Кто-то детей в детдоме берет, кто-то беременеет самостоятельно, кто-то беременеет таким образом. Это у нас только воспринимается это, что вот это вот прям вот что-то такое, что прям кошмар-кошмар. Если у человека насморк, то он же его лечит, лечит. Точно так же мы и лечим какие-то проблемы бесплодия. И тут нет ничего стыдного, ничего ужасного. Это просто болезнь, с которой сталкивается человек, и которая, в принципе, на сегодняшний день, слава богу, лечится. Мне очень импонировал сам доктор. С ней было очень легко, очень комфортно работать. И, наверное, самое важное в этом вопросе не настраивать себя ни на что и довериться полностью врачу. Во-первых, на статистику беременности после программы. Это первое. И на контакт со своим врачом. Если ты доверяешь полностью своему врачу, репродуктологу, который ведет тебя через программу, то тогда все будет хорошо. Очень благодарна, очень часто вспоминаю Юлию Владимировну за то, что вот она так сделала мой момент беременности таким легким, таким плодотворным и таким эйфоричным. Так что ей огромное спасибо. Она всегда нервничает, когда я теряюсь.